Приветствую, друзья! Сегодня мы поговорим об уникальной платформе, которая предоставит высокоскоростной интернет и будет базироваться на Бермудских островах и обслуживать весь Карибский бассейн. Представляю вашему вниманию Horizon Communications. Я думаю, что каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с низкой скоростью передачи данных или, например, медленным интернетом. Компания Horizon Communications призвана решить эти проблемы. Данный провайдер будет использовать беспроводную связь LTE для доставки коммуникаций пользователям, а сервис будет включать в себя интернет со скоростью до 150 Мбит в секунду в 2018 году и 300 Мбит в секунду и даже быстрее в конце 2018 и начале 2019 года. А я считаю, это очень отличный показатель. Также компания предоставит услуги телевидения высокой четкости, интернет-протокол и телефонные услуги. Эта инфраструктура беспроводной сети будет передаваться через программное обеспечение, изготовленное по индивидуальному заказу с использованием стандартов 4G LTE Advanced. После привлечения и успешного роста капитала Horizon планирует запустить бизнес на Бермудских островах в середине 2018 года. Используя эту технологию, они будут расширяться в Карибском бассейне и других центральных американских странах. Ожидается, что Horizon покроет своей сетью более 95% домов и предприятий Бермудских островов. Морское покрытие будет покрывать около 15 миль от берега. Они хотят построить максимально надежную сеть также. Также клиентские порталы будут иметь доступ к зашифрованному децентрализованному хранилищу. Компания Horizon также планирует предлагать VPN или услуги виртуальной частной сети, используя также решение блокчейн. Существует прекрасная возможность для улучшения предложений беспроводной сети в Карибском регионе и особенно на Бермудских островах. Текущие предложения в этих регионах могут быть очень медленными и ненадежными. Большая часть конкурентов может предложить только скорости в 10 Мбит в секунду. Быстрый и надежный интернет стал важным для многих людей и бизнеса. Туризм и круизные судна предоставляют дополнительную возможность для беспроводных интернет-провайдеров. А в 2016 году более 600 тысяч туристов посетили Бермудские острова. Horizon планирует предлагать услуги для туристов и портов круизных судов. По токенам. Платформа имеет свой собственный токен, основанный на эфире, который называется Horizon и обозначается символом HRZN. Клиенты смогут осуществлять платежи, использовать токен. Токен будет доступен для торговли на различных биржах. Распределение токена будет следующим: 10% токенов для предпродажи, 60% токенов для продажи на ICO, 16% токенов выделяется команде проекта, 10% – разработка, развитие и продвижение компании, 3% – для PR, баунти-программы и консультантов, и 1% – для задач благотворительности. Вот. В заключение хочу сказать, что платформа очень перспективная, имеет сильную сплоченную команду и все необходимые знания и опыт. Благодарю за внимание. До новых встреч, друзья!